Друзья, у нас для вас хорошая встреча, интересное общение с людьми, которые выглядят очень молодыми, но на самом деле за их плечами серьезный путь, серьезные шаги, серьезные решения и радостное ожидание будущего. С вами сегодня семья молодых служителей Ильдар и Джамиля Фатаховы. Они живут сейчас в Санкт-Петербурге, но я верю, что перед ними, как и перед вами, открыт целый мир. Три сложных вопроса, на которые отвечает наша сегодняшняя молодая пара, красивая семья. И мы, конечно же, спрашиваем их о самом сокровенном. Расскажите, пожалуйста, как вы встретили того, кто, я верю, меняет жизни очень сильно? Изменил ли он вас? Если говорить про спасение, для многих само спасение, когда человек кается, падает на колени, говорит, что я грешен, прости меня, для меня, наверное, это больше путь, это процесс. Когда Бог ко мне подходил сначала даже не через Евангелие, потому что Бог действует зачастую не так, как мы хотим, и не так, как мы представляем. Порой он даже не укладывается в рамки нашего сознания и нашего менталитета. И мы даже не понимаем, что это он или что он с нами говорит. И в то время, наверное, рядом со мной, я в мусульманской семье родился. Это да? Очень, кстати, вот прям будоражит. Я родился, ну, вообще в советской семье я родился. Для начала, да. Но когда в 90-е годы, в общем, произошло то, что произошло, я помню этот момент, когда папа говорил, кто мы, кто мы. Мы, наверное, мусульмане. И в тот момент, то есть мы были сначала советские люди, потом мы стали вдруг мусульманами. Ну, это было такое номинальное, да, мусульманство. Но в 11 лет, наверное, с 11 лет у меня в жизни, в моей жизни стали происходить такие процессы, которые я не мог объяснить логикой, да. Это была не болезнь, с этим невозможно было справиться, это нельзя было потрогать. Но я понимал, что помимо того, что я вижу воочию, мне 11 лет, я ребенок, есть нечто, что меня касается, и с этим справиться никто не может из людей. Как это происходило? Меня душили бесы. Ух ты! Но люди говорят это, ну, есть синдромы какие-то, да, там это обозначают какими-то разными диагнозами врачебными, как-то придумывают, да, философски это все красиво. Но я тогда понимал, что ко мне каждую ночь кто-то приходит и душит. Я чувствовал эти руки. Да, я пытался мороз по коже. Отдвинуть, ну, я пытался их от себя убрать. И они постоянно. Я вспоминал все молитвы, которые я вообще когда-то слышал по телевизору или от кого-то. Я призывал всех святых, которые, возможно, были. Тогда я уже начинал потихоньку верить. И я думаю, что Бог это допустил в моей жизни, чтобы я пришел к Нему, потому что у меня возникли вопросы, откуда это все. И мама выводила меня в мечеть, я помню. В мечети есть такой момент, когда тебе ребенку в церкви, если крестят, в мечети дают имя. В христианстве тоже при крещении дают как бы новое имя вот в вере. И хотя мне дали имя, но бесы опять приходили. То есть ко мне опять приходила эта проблема, с которой я справиться не мог. И я ударился во все знания, которые вообще... Я был открыт для всего мира. Для всех знаний, для всех философий. Как же ты вот все-таки втиснулся вот в эти узкие врата? Я не ел мясо, кстати. Для меня, но для меня любая книга, да, написанная, ну, я так понимал, написанная Богом, являлась авторитетом. И Библия это была для меня в любом случае авторитет. Я не все понимал там, я читал, я не все понимал. И когда мне пастор, да, один из проповедников открыл Слово Божье, это одна из церквей петербургских была. И он говорит, Бог дает в пищу мясо. Он говорит, я говорю, не, может, в Библии такого не написано. Я не все знаю. Он говорит, ну как не написано, давай откроем. Он открывает и по Писанию показывает мне все ответы. То есть я задаю вопрос, он открывает Писание и показывает. Я задаю вопрос, он открывает и показывает. Я говорю, а я думал и предполагал, что Бог думает совершенно по-другому. То есть мы зачастую делаем так, мы думаем за Бога и принимаем решение за Бога. И от Его имени, да. И самое интересное, Библию сейчас используют. Библия дана для человека, но никак не для Бога. А мы зачастую Библией терроризируем Бога.
Вот Бог, ты ты сказал, да? Но это для тебя дано, да? И для нас дано, но мы ее не знаем, мы сами ее не изучаем. Для тебя это выстраданная истина тоже стала. И потом мы вот... То есть вот эта встреча с одним из духовных наставников, а у тебя, я так понимаю, к тому был большой спектр разных учителей. Дух вообще просто. И вот этот пастырь и Священное Писание для начала было одним из. Но когда вот этот учитель, скажем, Библии, да, он стал показывать о том, как применять Слово Божье, как применять Библию, для тебя открылось то, что вот так вот нужно, скорее всего, с этим работать, это, да? Это было таким началом переключения вот именно в христианство, да? Да. И я все равно не принимал, я не выкидывал книги, я продолжал читать мусульманство, да. То есть это все было. Но пришел момент, когда я понял, что кто мой спаситель, да? Это созрело просто полнота внутри, да, вот несмотря на вот эту солянку, которая вокруг была. Это был авторитет, наверное. Даже, может быть, я принимал, я помню, плакал, там, да, каялся. Но от меня еще много не ушло. Те грехи, которые не налипли, да, по жизни. Но они же не уходят сами. Они не уходят. Они, даже если ты покаялся, это все процесс. И процесс спасения, наверное, процесс веры, да, это путь. Да. Это, ну, такой путь, в котором, наверное, ты принимаешь не главенствующее участие. Интересно. Ну, конечно, наверное, не главенствующее, а с другой стороны, интересно. Потому что Бог проводит тебя через такие ситуации в жизни, чтобы от тебя... Отлипало, отваливалось. Реально отваливалось, вот реально отваливалось, прямо потихонечку. Ты пытаешься сначала сам, своими силами. Мы же знаем по Библии, что спасение — это благодать, да? Это просто так, это дар. Ну, когда уже я понял, в чем сила Евангелия, и авторитетом, когда для меня стал Иисус Христос, мне сказали, скажи Ему, когда Он к тебе придет, во имя Иисуса Христа, бес, который меня мучит, уйди из моей жизни, пошел вон. Во сколько лет это было? Сколько это 22. 22. То есть буквально 12 лет вот эта вся история продолжалась, пока ты не узнал власть и силу имени своего Спасителя. Да. Именно в этом ответе. И потом уже это было даже больше не видение. Я чувствовал, что когда я принял Иисуса Христа, я чувствовал, что Он находится в комнате. Мы уже с Джамой были знакомы. И я перенес свою квартиру. То есть я был в комнате здесь, в Петербурге. То есть ты пережил видение или какое-то сверхъестественное переживание? Я думал, что это сон сначала. Мне, как любой человек, он пытается как-то, ну, да. Он кто? Ну, как любой человек, пытается какие-то вещи объяснить. Да. Мы же им проанализировать, объяснить, мы реальные люди, да. Мы пытаемся все объяснить. Рационализировать, да. И я думал, что это сон. Но сейчас свое состояние до сих пор вспоминаю. То есть оно свежо настолько. Сильно, вот прошло ярко. Очень много лет уже, да? Сколько? 22? Сколько мне лет? Сколько, Джамиля, помоги? 38. 15. Да, 15 лет прошло, но ощущения очень свежи. То есть когда я очутился в своей квартире, там, где вырос, вот там, где началось все. И бес, когда я слышал, как он по ступенькам каждый день спускается, я настолько это ощущал, что... Очутившись там, вот этот страх всего меня сковал. И я стал говорить во имя Иисуса Христа. Я пытался сказать, я говорил во имя, и в этот момент он начинал меня душить. Он не давал сказать мне имени Иисуса Христа. Это было после того, как ты его выгнал, он попытался тебя опять? Нет, вот когда я пытался его выгнать. Я только хочу сказать во имя, и он не дает мне сказать. То есть он перекрывает мне любой дар речи, и я не могу сказать. Парализует. И Дух Святой внутри уже стал говорить, говори верой, сердцем. То есть внутри Бог стал стучаться, скажи сердцем. То есть внутри, и когда я уже произнес это не устами, не физически, а внутри Духом, да, я сказал, во имя Иисуса Христа пошел вон. Я гонял его по квартире, он бегал от меня по квартире, этот бес, и вылетел в форточку в какой-то момент. И в тот момент я впервые в 22 года уснул сладким сном. То есть я спал. Не боялся темноты, я перестал бояться. Такое ощущение, что заполнило мое сердце, мой страх. То есть любовь, взамен пришла любовь, спокойствие. Дух, вот это. И, как говорят же, ну вот есть такое состояние льва, да, когда ты не боишься. Да. И у меня перед людьми ушел страх,
перед своей профессией, перед своим будущим, перед тем, что меня ждет. Неизвестным, состоюсь, да? Я не состоюсь. Страх полностью ушел. Ко мне пришло понимание стабильности. И ко мне, когда приходят и говорят, верь в это, иеговисты, кто ко мне мормоны, а нет, мне обычно бегут, бегут, собирая все свои манатки, потому что я их догоняю, там всегда новенький и тот, который матерый, да, учит, наставляет, да, старенький обычно бежит от меня, новенький, говорит, дружище, давай я тебе расскажу настоящее Евангелие, и он в шоке, кого слушать, обычно я люблю такие разговоры. А ты любишь, да, потому что молодого можно переформатировать. А потом, кстати, когда уже прошло время, вот к тому вопросу возвращался я, да, дьявол, он постоянно ходит по кругу. Кого бы он, поглотить, да? Он ищет этот случай, и когда я спал однажды, помню, в общаге, я проснулся от того, что вокруг меня бесы танцуют, вот прям рой. Вот сначала я услышал... Скажи, пожалуйста, это было видимое, или ты просто вот внутри как сон. Бы реально? Это то есть ты сон. Видел их как тени, да, или как я существа, проснулся. Прям как в мультфильме, я не знаю. Да, как я проснулся. Да, я проснулся от того, что вокруг меня летают навозные мухи. Угу. Вот эти грязные. Это, по-моему, даже Хэллоуин был. Да, в ночь Хэллоуина. Вокруг меня вот прям вот по кругу. И я проснулся, я не мог понять. То есть я наяву уже, это не, я никуда не переносился. То есть я, ну, и вокруг меня вот это все, ну, шабаш такой ходит. И у меня настолько страх сковал. И я потом слышу, что вся общага, все студенты гуляют, пьют, там, да, ну, вот, веселуха, шабаш идет. И я просто впал и стал молиться. Я вот до 5, до 6, помню, утра я молился, меня потрясло всего. И я просто, ну, призывал Бога, говорю, Бог, приди, потому что мне в тот момент было реально страшно, не потому что я не знаю Бога там, или, а потому что вот это все вокруг меня. Масштаб вот этого происходящего всего, был, да, такой, это было большой. Тяжеловато все. И к 5-6 утра я уже почувствовал, что приходили ангелы. Пришли ангелы, ну, была война, видимо, там, в духовном мире, и стало настолько спокойно и хорошо, то есть пришла какая-то благодать и полнота, и все успокоились, то есть вся общага затихла полностью, видимо, то ли все засыпили, ангелы стали рубить. Ну, у меня проявление Бога, да, и лукавого в моей жизни очень яркое, поэтому для меня нет такого. Это действительно сильный контраст между тем, что было, и тем, что стало. А я, судьба моя наверняка была бы плачевной, если бы Бог не постучался в мою жизнь, потому что то окружение, в котором я общался, 90-е годы, все ребята, половина наркоманы, к сожалению, половина уже их нет. Я даже недавно фотографию открыл свою школьную, мы фотографировались, помню, пели, участвовали, ходили там в каких-то конкурсах, и смотрю, этого нет, уже этого нет, этот сидит. И понимаю, что судьба была бы совершенно другой. Мне очень хочется развести вот те несчастья, которые с нами в жизни происходят, с его планом. Потому что его план всегда из любого несчастья, из любой ситуации вывести нас и спасти. И я думаю, что он глубоко скорбел и сострадал тебе всегда. Это очень сильное место, вообще вся ситуация. И для меня очень характерным является ответ одного священника, которого спрашивали, где был Бог, когда моего там ребенка вешали, вот, ну, это было во время Второй мировой войны, и происходили ужасные лютые казни, и люди видели агонии, конвульсии своих родных, которых истязали прямо на глазах. И мне кажется, вот ответ священника, он очень характеризует, где был Бог в это время. Потому что говорится, что он умирал в этот момент вместе с тем, кто был мучим. Вот. Поэтому я верю, что наш Бог, Бог сострадания, Бог воскресения, он с нами в наших горестях, и он с нами в нашей победе. Вот. Я очень рада, что ты ее пережил, и у тебя действительно очень яркая история. Может быть, благость Божья именно в том, что ты понимал проблему, с которой ты сражался, ты видел их, в отличие от ребят, которые были обольщены там наркотиками, они думали, что, ну, вот это вещество или что-то еще, и могли полагаться на себя. Ты точно знал, что ты на себя положиться не можешь. Джамиля, может быть, ты в нескольких словах обозначишь свой путь к Богу? Ну, у меня все было намного проще. Я выросла в такой очень благополучной семье. 6 лет я была уже на сцене, я танцевала, у меня мама балетмейстер. Потом я пошла в театр,
Потом я уже с 12 лет начала еще и петь. И мне как-то все это так удавалось хорошо, мне нравилось, но я прямо вот ребенок была, который не устает на сцене именно. То есть я действительно работала, это была работа. То есть даже если я болела, я понимала, ради чего я там иду на спектакль с температурой. Это был осознанный такой вот, ну, труд, да, мне это очень нравилось. И когда я приехала в Петербург, я приехала с целью, конечно же, идти по профессии, я поступила, да. И когда у нас появились чувства друг к другу, Айдар покаялся раньше. Мы встретились. И мы ходили, получается, в одну церковь. Я, ну, честно говоря, ходила просто с ним. Три года. И я не могла согласиться, с чем я должна каяться. Ну, как бы, ну, понятно, у него там свои дела, да. Туда, что я такого сделала, что мне вот там надо раскаяться, заплакать? Я немножко не, ну, не понимала. И как-то вот прошло время, и в определенный момент Бог меня нашел через слово. И в тот момент я действительно искренне приняла его всем сердцем, но это, опять же, не было каким-то вот... Супер таким переживанием. Да, да, это было такое принятие уже осознанное. Вот. Легкое. Легкое, наверное, но и в то же время нет, но это тоже был путь. Скажи, кто для тебя в первую очередь Бог? Вот кто для меня Бог? Кто ты его знаешь? Как кого? Ну, наверное, это все-таки такой... тайный друг, о котором знает, ну, как бы больше я, который живет в моем сердце, который никогда не предаст, и он всегда будет. И так здорово, когда у тебя трудности, прийти к нему, свалиться, прям вот, ну, и чувствовать, что он рядом. И вот эту любовь, на самом деле, никто не может дать человеку. Ни дети, ни любимый человек. Вот эту полноту, да, какую-то, вот эту уверенность. Только он. У вас потрясающие истории. Нам бы хотелось услышать историю того, что вы нашли друг в друге, вашей любви. И как вы собираетесь строить вашу жизнь дальше. Вступительные экзамены. Перед вступительными экзаменами идет прослушивание. А, в общем, да, все прослушались, всех... Все уже прослушались, а так как я поступала в два института, я к своему, ну вот где мы с Эльдаром, университет культуры и искусств тогда уже, сейчас он опять институт, да, или академия, да. Вот, я опоздала, я села не в тот трамвай, и я пришла уже на последнем вот просто минуте, зал актовый, и сидят, ну уже немного студентов, я, естественно, их не вижу со стороны, я только мои глаза к мастеру, он такой, ну давай, проходи, что умеешь, там, показывай, рассказывай, все, я прочитала стихотворение, басню, прозу, взяла в тот момент, когда напела, гитару и начала петь. В тот момент, когда напела, ко мне пришла такая мысль, она будет моей женой. То есть я это проговорил, потом прошло время, я понял, что Бог сказал, это будет твоя жена. И мы уже стали дружить, у нас детские программы были, мы вместе делали творческие. Потом, понятно, между нами прошло чувство. А можно я еще одну? А потом, когда уже мы поступили, причем, и я помню тебя студентом, он был такой самоуверенный, он такой, я приехал поступать, и я поступлю. Я такая думаю, ну ничего себе, такая уверенность, тут такой конкурс. Угу. А какой конкурс был? Ну, солидный конкурс, там я не знаю. 8-10 человек на место, ну там. То есть у девочек-то вообще конкурс, это мальчиков, но просто он настолько вот был какой-то такой стабильный, такой вот прям уверенный. Такой думаю, А потом, когда мы знакомились с курсом, он вышел и говорит, там расскажи мне о себе. Он такой, моя мама хочет, чтобы я женился на татарке. А я специально ей назло женюсь на японке. А татарка только я в группе. Я такая, в общем, ну ладно, посмотрим. Мы встретились два татарина из всего города, большого, миллионного. И все-таки получилось так, как хотел. Даже в этом Бог, видимо, благословил маму. Мы нашли друг друга. Мы шли в магазин,
Она шла в молочное дело. Много знаков, да. Я шел в хлебное дело. Она покупала, я покупал. Мы приходили, и у нас чеки были ровно на 65 рублей 33 копейки. Серьезно? Да, мы потом шли звонить. Тогда еще был телеграф. Мы заказывали переговоры. Он заказывает, я заказываю. Мы заказывали, и оба говорили на 33 рубля 84 копейки. То есть вы с разных сторон сходили, не сговариваясь, оказывались в одном магазине. Если мы терялись в большом месте, я не знаю, вот у меня до сих пор есть такое. Вот у меня включается какое-то вот сердце, не знаю, навигатор. И хоп, и мы находимся. То есть это удивительно. Это действительно удивительно. Но вот эта связь какая-то была. И это, привело вас к итогу, что вы поняли, что это все неспроста. Это уже неспроста. И мы пошли и прочитали никах. Мы же тогда не были христиане. Да, это было вообще смешно. Никах — это что у нас? Ну, это мусульманская типа молитва. Венчание. Обручение такого, да? Да? Обручение-венчание уже. То есть это как бы уже муж и жена вы становитесь. Да, мы стали муж и жена, наши родители это одобрили, и все, и мы жили как муж и жена. Нам даже в общежитии одобрили это, и нам дали комнату. Но ты все-таки подумал, что помимо той мысли, что она будет твоей женой, что нет подобной ей. Вот что ты подумал, вот какой ты ее видел? Ну и до сих пор, наверное, видишь. Ну, конечно, нет, для меня... Это был, наверное, ответ. Я искал, у меня был путь, я же начитался всего. Да. И там же про это все говорится. Да? И я искал половинку, у меня даже песня о половинке была. Я ищу свою половинку, я не помню этой песни. Я встречу тебя обязательно. Где же ты моя? И что же там, ну, потом я в ней ты нашел? Или ты не можешь сказать? Ну-ка, давай расскажи. Это коротко и ясно, по-мужски, все. Это были знаки. Ну, во-первых, для меня знаки больше, наверное, имели значение. Вот знаки по тому, что я был начитан, для меня это были знаки, что она твоя. Так. Что это была родная душа, и мы могли болтать, разговаривать, творить вместе, что-то друзья, делать вместе. Да, друзья, да. И понимание. Мы делали, мы за день не успевали, я не знаю, как мы успевали. С ней было весело все. Однозначно, да. Правда? Мы успевали все. Да. Мы успевали и посмеяться, и приготовить, мы успевали сходить в библиотеку. Мы хорошо учились, мы ходили, мы в один день дипломы. Ответственные, мы ходили, да? В театры, мы ходили вместе, мы были везде, мы с утра до вечера были вместе. Нам было очень интересно жить, да. Слушай, ну вот вы общались и поженились еще до момента, когда он пережил полное освобождение. Ты видела вот эти ситуации, когда к нему приходила мечта? Ну, честно, я не особо, ну, как бы, ну, говорит и говорит. Я даже его Агни-йога, когда он же приехал с Агни-йогой, ну, я его любила, я не знаю. Когда ты любишь человека, ты, наверное, принимаешь все, что есть в этом человеке. Я тоже с ним не ела год мяса. И то есть я как бы не погружалась это не в это, жертвы, но это да? Не, да, никакая не жертва. Ну, не ем, не ем. Домой приеду, там на каникулы мама сготовит, ну, я опять поем. А сейчас у вас уже сколько детей? Трое. Трое, поздравляю. И что вы думаете о том, как раз наследии, вот чему вы их учите как родители, и что вы им передаете как самые главные ключи? Не религиозности. Раз. Дальше. Я не забиваю их словом. Вот так Бог сказал, послушай, вот так. Я могу с ними провести беседу раз в две недели перед воскресным служением. Мы сидим, чай пьем за столом круглым. Я какую-то тему возьму, которая меня волнует, вот именно волнует. Дети смотрят не на слова, дети смотрят в глаза. И глаза все говорят о родителе, когда он переживает или говорит это впустую. Если тебя тема волнует, они это в глазах чувствуют, что я говорю сейчас что-то важное. Вы прошли такой непростой путь, выходя из вот этого сонмища самых различных убеждений, просто миллиона путей, которым он предлагался, чтобы решить сложности, нерешаемые человеческими силами. Вы определились с путем, и теперь по нему идете. Что такое призвание, и что вы можете посоветовать другим, чтобы найти его? Я научился слышать и слушать то, что мне говорят старшие. Как ни странно, в ответе на призвание Ильдар ссылается на старших. Слушать и слышать старших. Тогда ты действительно можешь найти ответ к своему призванию. Потому что те ключи, которые находятся в твоем сердце, то призвание, тот талант, который находится в твоем сердце, ты зачастую его сам распознать не можешь.
И в этом есть вся сложность. Но когда ты на своих чувствованиях, да, на призывах Опыте своего какой-то. Сердца, на своих ощущениях находишь вот этот путь, сначала ты идешь неуверенно, ты думаешь, а получится, не получится, да? Но внутри есть большая жажда, огромное желание сделать что-то в своей жизни особенное, дарить людям свет. И есть еще, наверное, есть еще, сложно очень быстро сказать, есть еще ключи к тому, чтобы найти, опять-таки говорю, да, что когда мы слышим, вот нам мастер сказал, один из преподавателей, занимайтесь одним делом, только одним делом в жизни, не распыляйтесь, это вам принесет и славу, и деньги, и все. И все-таки, что ты думаешь? То есть вот без силы вот положительной, без силы любви, вот этой силы, которая возобновляет? Но если мы ставленники небес, как мы можем без него? Не знаю, я тебя спрашиваю. Это место кто-то займет. Угу. Эту позицию внутреннюю кто-то займет. Ты будешь или ставленником одного, или другого. То есть здесь другого не дано. Спасибо. Друзья, с вами очень интересно. И я надеюсь, что наши зрители ощутили этот драйв, эту остроту, этот вызов и эту радость жить с тем, идти с тем, отдыхать с тем, кто любит тебя, кто принял тебя, кто знает, как вытащить тебя из странной, непонятной, запутанной, сложной, тяжелой ситуации. И на самом деле, кто может веселиться вместе с тобой. И это тоже замечательная часть жизни с Богом. Я рада, что вы могли познакомиться с нашей замечательной семьей, с этой парой, которые такие разные и похожие. Поэтому пусть эта история зажигает вас и даст вам ответы на те вопросы, которые у вас есть. Я хотела бы, чтобы вы поделились этой программой с вашими друзьями, знакомыми, делились ссылкой. Это были три сложных вопроса, на которые дали ответ Ильдар и Джамиля Фатахова.